топы своего веса, а у другого доказать, что он действительно достоин биться за титул. Есть небольшое преимущество в росте у Асета Нарбаева. 173 сантиметра, 27 лет. Вадиму Малыгину и 21 год Асету Нарбаеву. Ladies and gentlemen, this is a three round of NFC in bantamweight division. Let me introduce the fighters. Introducing first in fighting out of the blue corner. His professional record is a perfect one. 5 wins, no defeats. His stand 172.3 centimeters tall. Official weighing in 61 kilograms. Fighting out of Shymkent, Kazakhstan. Ханымдар мен мырзалар, қарсы алыңыздар. Асет Анарбаев! And fighting out of the red corner, professional record of the fighter, 14 wins, 5 defeats. His stand, 170 centimeters tall, official weighing 61 kilograms. Fighting out of Syktyvkar, Russia, please welcome Vadim Malygin! Referee, chart the action, Tolegan Adekinov. Бойцы, правила знай, не нарушай. Если команда стоп, сидите. Пожми руки. Удачи. Ова. Итак, последнее наставление от рефери этого поединка Тулегена Абыкенова. Первый раунд из намеченных трех в этом поединке. Напомню, что это наилегчайшая весовая категория. Точнее, легчайшая, извиняюсь, до 61 килограмма. В красном углу Вадим Малыгин и в синем углу Асет Анарбаев. Его соперник непобежденный, напомню, боец из Казахстана. Занимает центр октагона Вадим Малыгин, работает весьма собрано. Да, очень собрано работает такой, да, по школе выверенный, такой отточенный, можно сказать. Да, возможно, ошибки прошедшего поединка, что начал он слишком резко, возможно, слишком быстро. Научили Вадима работать более собрано. Да, не форсирует события, работает по школе. Посмотри, какая ухмылка у него такая, да? Вышел с удовольствием поработать. 5 побед нокаутов нокаутом у Вадима. И 5 побед болевым приемом. Да, и сам Асет очень зрелищный боец, да? Комментирую предыдущие бои, мы видели и вертушки, и сайд-кики, и фронт-кики. Всю красоту Шусанда он показал. И сейчас запрещен удар в пах. Сейчас Асет. Очень неприятный удар был пропущен. И повторюсь, сейчас мы увидим с вами. Очень, уф. Безусловно, очень это было сделано. Не специально. Не намеренно. Ну, по крайней мере, хочется так думать. Но по лицу Вадима видно, как ему неприятно. Мне аж самому стало неприятно. Прочувствовали боль на себе, скажем так, да? Итак, начинает свою атаку сайдкика Асет Анарбаев. Да, держит дистанцию, но при этом пропускает постоянно вот этот прямой джеб от Вадима Асет. Поэтому нужно держать вот эту дистанцию, которую он придерживается сейчас. Обрати внимание, насколько действительно работает в такой собранной манере Малыгин, и снова попадает в пах. Да, нужно быть недоволен осторожным Асету со своими лоу-киками. Возможно, не рассчитывать дистанцию, возможно, слишком высоко поднимает ногу, а возможно, это уже делаете намеренно. Но это частая практика такого внутреннего лоу-кика, да? Ты бьешь, и он может скользнуть вверх. Хотя, на самом деле, по ноге. Если посмотреть повтор, мне кажется, все-таки не попадал. Но нам не самый удачный повтор. Да, возможно, нужно было увидеть с другого ракурса. Поединок продолжается, полтора минуты позади. А если это нужно более осторожно бить эти лоу-кики, иначе можно нарваться на штрафные санкции. Да, как минимум на предупреждение, как максимум на снятие одного балла. Да. Но пока что Асет себя уверенно чувствует, заметил. Да, обрати внимание, конечно. Хоть такого соперника работает сам, работает первым номером. Пока что Вадим не совсем понятно, конечно, его план на поединок. Очень долго выжидает каких-то активностей со стороны своего оппонента. Да, Арман, не может найти какую-то свою дистанцию. Видишь, даже бьет лоу-кик и при этом мажет. Ну, джеб неплохой, двойной. Обратный лоу-кик. По внутренней части бедра атакует лоу-киком Асет. Второй лоу-кик.
Пока мне нравится, как работает Асет, держит дистанцию. Еще бы не пропускал с ручек, вообще было бы идеально. Да, и причем обрати внимание, что он практически не работает, скажем так, в такой манере, что уходит назад, работает, старается закручивать своего оппонента. Да, расстреливает с дистанции, но при этом руками почти не бьет. Стоит отметить, что вот удары ногами, они же энергозатратны. Очень энергозатратный, Арман. И, кстати, удары ногами очень легко прочитать, нежели удары руками. Но Вадим ищет свою дистанцию в поисках вот этого ключа, ритма. Но Асет умно работает, не дает подходить. Молодец. 2 минуты остается до окончания первого раунда. И пытался достать сейчас левым оверхендом, да, левым боковым ударом. Да, да, да. При этом сконтрил ручкой Асет. Показал, что не только ногами может быть. Хороший сайд-кик. 90 секунд остается до окончания первой 5-минутки. Идет вперед Вадим. Да, да. План на бой все-таки заключается именно в боксе. Давить, работать первым номером. И начал атаковать, работать первым номером, давить Асета. Оу, хороший правый прямой. И удар с разворота от Анарбаева. Да, но это энергозатратные очень удары. В своем предыдущем поединке Асет очень много использовал ударов с разворота. Минута до окончания первого раунда. Двойка в исполнении Асета. Удар ногой, контроль, дистанции. Попытка проведения тейкдауна. Заблокировал тейкдаун Вадим. Начинает работать, давит без ударов. Нужно работать, забирать концовку тому и другому спортсмену. Потому что раунд такой. Крайне важно тактически, стратегически эти моменты именно. 30 секунд остается. Снова атакует ногами Анарбаев. И начал промахиваться, заметьте. Нужно замаскировывать свои вот эти удары ручками, что он сейчас и сделал. Неплохая серия. Поменял стойку Асет. Вновь поменял стойку. Снова пошел. Быстро вход в дистанцию. Малыгин, извиняюсь. Да, резко сокращает дистанцию. Нашел, скорее всего, ключ вот этот вот. К удачным действиям. Вот здесь снова хорошая работа в клинче. От Вадима Малыгина. И мне кажется, я стал. Выбрал. Да, пожалуйста, продолжи свою мысль по ним. Я скажу свое. Концовку, думаю, Вадим Малыгин забрал. Вот эти 10 секунд. Он забрал. Твое мнение какое? Мне кажется, я не то чтобы я очень классный стратег и аналитик, и эксперт в этих делах, но мне кажется, я стал понимать стратегию на бой Вадима Малыгина. Возможно, кроется в том, что хотят, чтобы Асет, скажем так, размахался ногами, да, парни? Даже Руслан Асетай. Чтобы устал Асет и затем уже работать, и залетать, скажем так, своими сериями из рук. Я, шыны керек, Малыгин саналы түрде қазар Анарбаевқа жұмыс жасау мүмкіншілік беріп тұрған сияқты болып көрініп тұр бізге. Бұны бізге әлине екінші раунд, үшінші раунд көрсететін болады. Бірақ раундтың соңында мұны өте жақсы шабуыл өткізді. Жалпы раунд барысында белсенді Анарбаев болды, бірақ дәл тиген соққылар, керемет тейкдаундар аз. Бірақ дәл осы белсенділіктің өте көп соққы жасағанның арқасында Анарбаевқа беруге болады. Менің ойымша бұл раундты және төрешілер қазір бұл раундта жеңімпазды Анарбаев деп белгілегеніне менде шыны керек сенім ол. Жасұлан, қалай ойлайсың, бірінші раундтың қорытындысы қандай? Бірінші раунд Анарбаев аяқпен көп жұмыс істеді, көбірек тиді. Малыгин да қолмен көбірек жұмыс істеді. Екеуінікі негізі теңдей, бірақ Анарбаев көбірек жұмыс істегенге байланысты соған береді деп ойлаймын. Қазір бірінші раундтың екінші жартысы әдемі өтті. Енді екінші раунд Малыгиннің қарқыны көрініп тұр. Өте жинақы, міне қолдарын жоғары ұстап бірден қыса бастады, көрдің бе? Иә, бәлкім дәл осы бірінші раундта жұмыс жасау мүмкіншілік беруді көздеген болу керек Малыгин. Өте жинақы. Анарбаевтың соққылары азайды. Аяқтың соққылары қайда? Жақын арақашықтыққа кірудің амалын іздеп отыр. Клинч. Өте жақсы. Малыгин қазір күресіп көруі мүмкін. Анарбаевтың көп күресе бермейтінін білеміз. Әдемі соққы левый боковой встречный. Дәл тиді қазір Анарбаев соққы алмасу кезінде. Осы жерде жібермеу керек осы удардан кейін.
қысып-қысып дәл сол жерге ұру керек. Я серия мен бұл жұмыс жасау керек сияқты, я? Алдыңғы аяқ печенге әдемі кірді. Дыхания сын бұзды деп ойлаймын. Ал ана Малыгин ауыр соққы жасаудың сәтін ғана күтіп жүрген сияқты. Мен түсінемше қазір ресейлік тек қана нокаутты көздеп жүрген сияқты болып көрініп отыр. Я, Малыгин қолдарын ударлары ауыр негізі. Өткен жекпе-жектен көруге болады. Бірақ Анарбаевтың IQ жақсы екенін көріп тұрық. Стрейшінің ударларды әдемі күтіп алды. Қаз көп секірме дұрсап жұмыс деп, осы екінші раундты өзінен қарқанына жазып алды. Өте жақсы! Малыгин қазір жақтан дәл тигізді 2-1 соққыны. Қорғанысқа келіп тиген соққы Анарбаевтың орындауында. Анарбаевқа аяқтардың ударын тығып барып кіргізу керек. Ай, әдемі! Сол соққы. Сол қолмен дәл тиген соққы. Бұған қарсы қазір бірден ойлап таппаса, Малыгин қазір есінен танып қалады деген мүмкін. Әдемі тыққан соққы болды. Артқы қол ішке, алдын қол басқа. Бакулы. Сонда жұмыстар жасаса, міне бірден атылды. Осыған дайын. Анарбаев осыны күтіп тұр өзі де. Өте жақсы. Тағы да аяқпен соққы Анарбаевтың орындауында. Малыгин аяқпен өте аз соққы жасайды байқасын. Арағашықтықты үзу мақсаты ресейлік спортшының. Анарбаев аяқпен көпір соққыны көбінесе корпустан жасау керек деп ойлаймын. Солай жасыса қазір дұрыс болады. Малыгин дыханиясын бұзу керек. Қазірдің өзінде біраз қинап алды Малыгин. Әсіресе екінші раундта Анарбаевтың қадам алысы өте керек. Міне тағы да. Осындай қарқында өте берсе үшінші раунд очкоға дейін жетпейді ау деймін судьялар шешіміне. Әбден мүмкін. Малыгин міне осыны көздеп отыр. Өте жақсы. Малыгин жақындау керек бұл спортшыға. Өте жақсы. Анарбаевтың қарында шабуы қазір партерді ұстап алу керек. Оны өздері түсініп тұр Әсет. Соққы жаудыратын болады. Әсетке байқап осы раундта осы үстінде отырып алып бітіру керек. Я тұрғызбау керек. Партерге барудың да керек жоқ. Осылай тұрғызбай отырып алса жоқ. Ондай мүмкіншілікте жол берген жоқ. Малыгин 1 минуттан астам уақыт бар әлі раундтың аяқталуына. Екінші раунд, бірінші раундта біраз күмән болса, екінші раундта Анарбаевтың басын болуына еш күмәнім жоқ. Анарбаев жас болса да өте мықты екенін дәлелдеп жатыр. Малыгин сияқты өте опытный соперникқа керемет жекпе-жек көрсетіп отыр. Және тактикалық тұрғыдан керемет дайындалып келді. Қарсыласын өте жақсы зерттеп келген байқалып отыр бірден. Әсеттің инстаграм парақшасынан қарағанда ол өзбекстандық Махмуд деген UFC-дің боецімен сборда бірге болыпты. Сол жақтан функциональный күшен жақсы қосып келген ау деймін. Функциональный жақсы жұмыс істеп жатыр. Көздеп жүр Малыгин қазір. Тек қана бір соққы көздеп жасаудың амалы деп жүрген. Малыгин. Осындай стратегия таңдаған сияқты. Ұпай саны керек жоқ бұл жігітке. Ол тек қана уақытынан бұрын жеңіске жетуді жолын іздеп жүр. Жақсы. Жұмысты байқау керек. Екінші раундта өте қызықты өтті. Бұл жерде біреуісін асырып айтауы қиын шығар деп ойлаймын. Бірақ Анарбаев әлдеқайда нәтижелі болған сияқты. Маған шынымды айтайын, соққыларда көріп, міне бізге бұны статистикада көрсетіп отыр. Итак, перед вами статистика прошедшего второго раунда. И давайте взглянем на лучшие моменты второй пятиминутки. Да, были хорошие размены, выходы, входы в исполнении двух спортсменов. Вот этот первый размен. Ух, хорошая.
серия в исполнении Вадима Малыгина. Да, отличная двойка, да, можно назвать ее. Либо он зашел все-таки с атакой с левого бокового и правого прямого. Думаю, такой сейчас решающий раунд. Да. Что для одного спортсмена, что для другого. Как судьи посчитают эти два отведенных раунда, понятия на самом деле не имею. Очень равный, на мой взгляд, поединок мы с вами наблюдаем. Да, очень равный, Арман, бой. Каждый проповедует свою философию в этом бою, да? Кто быстрее навяжет. Первый раунд работал ногами больше. Вадим больше ставил акцент на бокс. Думаю, что сейчас будет более агрессивнее работать, нежели в прошедших раундах. Да, Сет работает вторым номером, пытается делать контратаки. Но мало что получается пока что. Вадим работает первым номером. Ну просто двигается, не бьет. Сейчас мы смотрим. Хорошая двойка. Хорошая двойка. Как будто Вадим слышит нас. Да, на самом деле вот вся атака Асета строится на ударах ногами. Возможно, стоит включать и руки в том числе. Да, нужно контрить и руками, и ногами. Вадим, скорее всего, прочитал уже Асета. Постоянно удары ногами. Они изматывают его, и легко прочитать ноги. Призимует все так же Вадим Алыгин. Работает вторым номером Асета Нарбаев. Да, у Асета открылось кровотечение с носа. А как вы знаете, это очень затрудняет дыхание в бою. Особенно в последнем раунде. Да, уф, пытался двойка. В исполнении Вадима. Отлично работает Асет. Передней ногой хайкиком. Но в защиту, к сожалению. Да, нужно давить, давить нужно. Асету, наоборот, навязывает свой бой. Потому что давление, я думаю, никто не любит, когда на тебя осуществляет давление. Это заставляет тебя отступать. А когда ты работаешь вторым номером, попадает сейчас. Вот, хорошая серия в исполнении Асета. Классическая двойка. Возможно, Асету стоит самому прессинговать своего оппонента. Да, попробовать самому работать первым номером. Хороший фронт-кик в блок, правда. Две минуты позади, остается три до окончания этого поединка. Да, Вадим осуществляет давление, но нету работы никакой. Просто... Да, согласен, да, Вадим как бы... Просто как двигается вперед. Сначала режет углы, делает все правильно, но входов с ударами мы не наблюдаем. Да, как будто бесконтактный бой. О, хороший размен. Вот так нужно работать Асету. Проваливать, вызывать своего соперника на себя, да, и проваливать его. Вот так. Ну, обратно вот эти ненужные удары ногами, которые очень много энергии занимают. Все-таки, кажется, Асету стоит самому начать прессинговать своего оппонента. Да, да. Работа первым номером приносит свои плоды. Вадим призывает Асета зарубиться, войти в открытую стадию боя, да? Ну и сам Вадим не особо торопится-то зарубаться. Ну вот, вот, обрати внимание, Вадим, вот сейчас он что делает, Вадим? Играет в догонялки, пробует догнать своего соперника. Вот сейчас вот, вот отличная возможность зайти, да, с ударами. Вот, хорошая двойка. У меня. Вадим, отличная работа в клинче. Такой грязный бокс в исполнении двух спортсменов, да. Хорошее колено от Вадима, выход. Здесь мог бы Асет также поработать в клинче. Да, конечно. Тем более ноги работают у Асета хорошо. Колени подключать нужно было в этом клинче. И у нас остается уже минута 45. Нужно форсировать события Асету. Вот. Снова коленом отлично попадает. Хороший был. Такая задумка хорошая от Асета, но не прошло выход ногой. Чувствует тайминг Вадим уже, чувствует эти удары ногами, поэтому и уворачивается вовремя, уходит. 90 секунд до окончания поединка. Рисунок боя кардинально не изменился с начала этого раунда. Да, остается минута с лишним. Нужно, нужно забирать концовку Асету, попробовать поработать, можешь провести тейкдаун что ли. Да, кому-то из бойцов нужно проводить тейкдаун для того, чтобы судьи посчитали этот раунд в пользу того или иного бойца. Минута осталась. Да, слышим угол Вадима Малыгина. Его призывают к активности. Пару серий каких-нибудь пробить. Утвердиться у судей.
О, хороший размен. Отличный размен в исполнении двух бойцов. Ох, и обратно. Двойка такая. С припрыжки, можно так сказать, да, такой. В открытой. Еще одна будет атака, на мой взгляд, от Малыгина. Я думаю, 30 секунд бой должен быть вообще горячий. И сейчас мы это наблюдаем. Клинч обратно. Обоюдный клинч. Нужно работать обоим спортсменам. Кто же сможет провести тейкдаун? Я думаю, они оба ждут тейкдаун. Ищут этот тейкдаун. Хорошее колено. Но вроде не прошло. Мимо. Да. 10 секунд. 10 секунд остается. Увидим мы размен. Еще один. Я думаю, что нет. И на этом раунд заканчивается. Ждем официального решения судей по итогу трех раундов. Кто же одержал победу в этом поединке? Очень сложное решение для судей. Я думаю, с этим судейским решением будет много разговоров. Итак, перед вами статистика третьего раунда, если я не ошибаюсь. Или всего поединка в целом? Всего поединка в целом мне здесь подсказывают. Но напомню, что это неофициальная статистика. Ladies and gentlemen, after three round contest, we go to the judges' scorecard for decision. Judge 1, 29-28. Judge 2, 29-29. Judge 3, 30-28. Win by split decision is Blue Corner, Asset Anarbayev!